Неметов, КТРК. Пусть задает. Многие партии имеют определенную серьезную финансовую подоснову. Есть информация, что будет сегодня масштабный подкуп населения. Как государство на это будет реагировать? Вы знаете, конечно, силовики будут с этим бороться. Уже есть такие факты. Вчера были обнаружены. Но я вам так скажу. Ну, вот это все остановить могут только сами люди. Пока люди будут продавать голоса, всегда будут покупатели. И я одно могу сказать. Все-таки страна меняется, люди меняются. Я думаю, со временем и у нас, вот как в той же развитой Европе, даже мысли не будет о том, что кто-то пойдет, какая-то партия, покупать голоса. А пока это такие болезни роста, болезни становления страны. И здесь только одно. Здесь нам поможет только становление страны и становление избирателя, скажем так, возрождение нравственности в стране. Потому что люди, все-таки не забывайте о том, люди 20 лет имеют опыта, когда как бы они ни голосовали, а итоги выходили другие. Мы прекрасно это помним, и за это людей винить нельзя. Но прошлые выборы, сегодняшние выборы, люди уже понимают, что это на самом деле выборы. Что там не кто-то сидит и записывает потом, кто сколько мандатов получит в парламенте. Это совсем другая ситуация. Бороться с этим надо не силовыми методами, а только путем убеждения. В том числе вы, журналисты, для этого, конечно же, должны очень многое сделать. Я думаю, что со временем это у нас пройдет. Хотя за эти негативные явления силовые структуры будут пресекать, и за это положено и уголовное наказание.